Игорь, ваше заведение находится в центре города, и однозначно, учитывая локацию, да, и прочие плюсы, гостей будет очень много. Мы уже встречались с представителями трех стран, которые будут приезжать сюда. Значит, две страны представляют наши соотечественники, а по третьей, по Коста-Рике, приезжал представитель, владелец турагентства, который везет к нам в Самару 500 болельщиков. Ну, предварительные какие-то условия уже оговорены с ним по поводу там блюд, которые бы они хотели видеть в нашем ресторане, в нашем меню. Посетив наш город, они были удивлены, им было непонятно, почему так много у нас иностранной кухни и практически нет ресторанов с нашей этнической кухней. Вот, наконец-то извне прозвучал вопрос, который интересовал нас с самого начала. Ирландско-английско-европейской кухни в Самаре на гостевом маршруте в достатке. А что же с русской, с кавказской? Вместе с нашим экспертом Юлией Романеевой сегодня мы тестируем ресторан исключительно с грузинским колоритом. Дизайнер, судя по всему, не только поклонник, но и знаток Кавказа. Каждая деталь добавляет национальных красок. Вообще красота – это страшная сила. Это я про шефа. Армянин по рождению, поклонник грузинской кухни и знаток русской. Все это совсем скоро отразится в новом меню. Это будут традиционные блюда русской кухни. Вот, будем стараться использовать уже немного забытые продукты, такие как полба, репа. Раньше люди меньше болели, когда употребляли репу. В репе очень много витамина С. Говорят, любой человек любит смотреть, как готовят его еду. Это успокаивает и одновременно возбуждает аппетит. Приготовление кавказских блюд – это шоу. Кулинарные шедевры готовятся исключительно на открытом огне или на вертеле. Согласно традициям, продукты нельзя измельчать мясорубкой или электрическими приборами. Нужен только нож. Какие-то фишки, какие-то изюминки вы будете предлагать? Чем будете удивлять гостей, кроме кухни? Вы знаете, кроме кухни, основной напиток для всех гостей футбольных болельщиков, конечно, является пиво. Но у нас ресторан больше нацелен на людей, которые любят вино. Следуя этой тенденции, мы будем предлагать вина, будем делать упор именно на вина, опять-таки, наших соседей. Это Грузия, Армения, естественно, российские вина будут представлены, которые также возрождают традиции виноделия в нашей стране. Место, которое посещает практически каждый гость, это туалет. Есть даже специальная статистика. 72% посетителей, шокированных антисанитарным состоянием туалета, клянутся, что никогда больше не будут клиентами этого заведения. Так что не стоит его недооценивать. Мы тоже решили посмотреть. Первое, что зацепило взгляд – раковина из натурального камня. Унитаз в стиле СССР приехал аж из Москвы. Ну, на любителя. Но вернемся в зал. Хозяин уверяет, что большая часть персонала к лету будет говорить на английском. Во всяком случае, сможет понять и объясниться. Новое меню переведут на три языка. Администрация города предлагает рестораторам и ательерам любую помощь, связанную с подготовкой к чемпионату. Мы проводим, собираем наших рестораторов, наших представителей гостиничного бизнеса, проводим с ними обучающие семинары, проводим тренинги. Приглашаем к ним для обучения профессионалов, которые рассказывают, как аналогичные мероприятия проводились в период проведения Олимпиады в Сочи, на Кубке Конфедерации, на Универсиаде, то есть на тех крупных мероприятиях, которые уже прошли в стране, в других регионах. Наши кавказские рестораторы внимательно изучают современный опыт, но у них есть свой собственный секрет. Он в многовековых традициях кавказского гостеприимства. В первую очередь, это должна в ресторане царить приветливая, дружелюбная атмосфера, чтобы человек, придя, чувствовал, что ему рады. Вот. Ну и, конечно же, повар должен вложить свою душу в любое блюдо. Тогда, мне кажется, все получится. Всю душу вложите сами, с чем останетесь? Ну, у повара большая душа, я думаю, что хватит на всех. То, что нам здесь рады, мы почувствовали. Толк в еде знают, встречать гостей умеют. Съемочная группа была единодушна. Ставим 5.
Если гости города по пути с вокзала еще не поняли, что Самара и космос – близнецы-братья, то при входе в этот отель почувствуют. Звезд здесь не так уж много, всего 3. Зато есть настоящее космическое питание. Борщ или котлеты даже на матч с собой можно взять. Самара у нас, конечно же, многоликая, но чтобы гости не упустили еще и то, что она космическая, можно будет на память о городе увести с собой вот такую вот фотографию. Мы подготовили очень много информации про Самару. У нас есть замечательная стойка информационная. В номерах есть раздатка, где написано на двух языках тоже. Есть все книги о достопримечательностях и есть карты. Обязательно, казалось бы, что век технологий уже давно развился и как бы неинтересны карты, но это показывает практика, это не так. Карты очень популярны и каждый день нас спрашивают большое количество именно напечатанной карты, где можно все отметить. Чисто, тихо, тепло. Такие отзывы читаем про этот отель в интернете. Еще. Комфортно, удобно, спокойно. Гости отмечают, что номера в гостинице небольшие, но с хорошей мебелью и дорогой сантехникой. Достаточно скромный набор в ванной комнате, всего лишь навсего шампунь, бальзам и мыло. Нет зубной пасты, зубной щетки, нет швейных принадлежностей. Но дело в том, что по требованиям трехзвездного отеля их здесь быть и не должно. Как не должно быть шапочки для душа, и уж тем более не должно быть халата. И все это хозяева отеля предлагают нашим гостям бонусом, чтобы им было приятно. Особенно радует приезжих фееричный вид на Волгу. Ну что ж, река – украшение нашего города, и этим нужно пользоваться. Чтобы гости не забыли, в каком городе находятся, брендом Самары здесь декорирована каждая мелочь. Те, кто уже останавливался в отеле, отмечают, что здесь предлагают неплохие завтраки. Внизу есть ресторан, а совсем рядом – культовое самарское место, где можно попробовать наш фирменный напиток. Никаких нареканий к работе персонала мы не нашли. Открытые, отзывчивые, доброжелательные. Администрация утверждает, что к футбольному празднику мало что изменится. Стандарты обслуживания гостей давно разработаны, и менять их смысла нет. Я думаю, что мы единственное сделаем акцент, может быть, на какие-то именно культурные, как бы, что у каждой культуры есть, конечно, свои особенности, и у нас планируется тренинг, где мы разберем именно культурные особенности тех национальностей, которые планируют к нам приехать. Да, вот, по поводу приехать. Вряд ли кто-то из дальних стран поедет в Самару на автомобиле. А вот российские болельщики вполне возможно. Ну или кто-нибудь захочет арендовать машину на время своего пребывания. Отель в центре, с парковкой напряженно. Что делать? Специалисты администрации города знают, что. И убедились, что в отелях знают тоже. Немаловажный фактор – парковка. Охраняемая парковка возле гостиницы, минимальные требования хотя бы там от 20 машин. Историческая часть города достаточно во многих местах будет перекрыта, и людям нужно будет оставлять свой личный транспорт. И, конечно, услуга гостиниц как по размещению автомобилей на территории отеля – это, безусловно, одно из необходимых требований при подтверждении бронирования и при выборе места размещения. Скромненько, но со вкусом. Такое впечатление оставил наш трехзвездочный отель. И вовсе не тройки, а твердой четверки он заслуживает. Специалисты администрации города нас уверили, что номерного фонда, чтобы разместить гостей чемпионата, в Самаре достаточно. Можно также поселиться в 100-километровой зоне от стадиона. Кстати, одна из сборных будет жить в Тольятти. С учетом хороших дорог, удобного транспорта и отсутствия пробок, почему бы нет?